Петр, здравствуйте. Салам алейкум, уважаемые. Как мы заговорили. Чувствуется необходимо. Там говорят так, откуда мы приехали. Причем, ребята, если кто не смотрит трансляцию, мы вам скажем, что лицо Петра слегка подкопченное. Ну, такая корочкой покрылась. Да, немножко. Причем вот ровно там, где не было закрыто очками, да, и кепкой. И где часы, да, за часы. Где ты был, Петя? Мы это знаем, слушателям расскажи. Расскажи вначале про рекорд. Итак, друзья, ну, значит, мне я удостоился такой чести в компании с немецким путешественником Райнером Цитлу и моим коллегой из другого автомобильного издания Георгием Голубевым установить мировой рекорд на дистанции Дакар-Москва. Это 7995 километров, которые мы преодолели за 3 дня, 4 часа и 54 минуты. Вы ехали без остановок вообще? Ну, у нас остановки были только санитарные, ну, понятно, на дозаправку и на смену как бы водителя, если там вдруг водитель устал, а также чекпоинты на границах. Чекпоинты — это полицейские участки вдоль дороги, которые есть в африканских странах. Это отдельная особенность, о которой я расскажу чуть позже. То есть остановки только, по сути, по требованию. Ну, во-первых, поздравляем, Петя, ну это же круто, ты же рекордсмен. Спасибо. Да, это уже второй мой мировой рекорд. Ой, какой крутой. Так, ну давай с самого начала. Вот приехали вы в Дакар. А вот. Это мы еще ехали в Дакар. Ну, давай тогда сначала. На самом деле, нужно рассказать, я думаю, слушателям о том, что, как бы, да, рекорд мы ставили на маршруте Дакар-Москва, но при этом я и, как бы, мои коллеги, мы проделали путь Москва-Дакар, и уже Дакар, потом Москва. Итого суммарно почти 16 тысяч, а на самом деле даже больше километров. А вот для сравнения, Москва-Дакар, вы сколько ехали, чтобы мы понимали? Итак, мы выехали 8 апреля из Москвы и приехали 20 апреля. Мы ехали 12 дней. Но мы по дороге снимали видеофильмы, снимали фотографии. У нас были вечера в различных посольствах разных стран. То есть мы посещали немецкое посольство, потому что организатор экспедиции Райнер Цитлу, он организовал вот эти вот вечера, скажем, в различных консульствах, в различных странах. Это были встречи там с импортерами, то есть были ряд деловых встреч, так сказать, на высшем уровне. Включая, ну, я даже могу похвастаться, что мы познакомились с чрезвычайным послом России в Мавритании, это Владимир Чанов. Многие его знают, кстати говоря, и он тоже нам оказал немалую поддержку. Так, ехали вы... Да, друзья, те, кто смотрит нашу трансляцию на сайте Авторадио.ру, можете видеть и фотографии, которые Петя делал во время путешествия. Могут понять, что парни из Чертаново не пропадут и в Мавританово. Так. Да. Ехали вы туда, значит, 12 дней. Да, там, да. По пути туда, что было интересного? Ребят, это, знаете, я думаю, наверное, даже за 3 часа не расскажу. На самом деле, интересно было все. Во-первых, как ехали, через что? Значит так, мы ехали, значит, все страны, которые... Это Россия, это Латвия, это Литва, это Польша, Германия, Франция, Испания, затем Марокко, потом Мавритания и через Сенегал. Гибралтар, получается, да? Да, другого пути туда нету самого короткого. Это самый короткий путь, который есть, за некоторыми исключениями. Первое исключение — это, соответственно, то, что мы шли через Латвию и Литву. Почему? Хотя все бы сказали, ребята, идите через Беларусь и потом на Польшу. Это самый короткий путь. Но с нами в компании был иностранец. С чем это связано? Значит, ну, с прошлого года наши власти вдруг почему-то вспомнили о том, что у нас на границе между Россией и Белоруссией спустя 20 лет вспомнили, нету пограничных переходов, которые оборудованы для, так сказать, приема граждан. Иностранных граждан. Да, до этого как бы ездили все спокойно, и тут вспомнили. Соответственно, всех иностранных граждан, это иностранные легковые автомобили, либо если вас на паспортном контроле проверят, у вас иностранный паспорт, вас разворачивают либо на Украину, чтобы вы заезжали, либо через, соответственно, Латвию. Чтобы избежать этих эксцессов, мы сразу же строили маршрут через Латвию. Это, да, это немного дольше. В Латвии и Литве нету автобанов. Это тоже своеобразный минус. И северная часть Польши — это тоже дороги с ограничением 50 км в час и большими ремонтными работами, а также большим потоком дальнобоя. Вот, это все, конечно, тоже... Подтормаживало. Слушайте, а мне, кстати, очень интересно, вот как в таких историях проходятся пограничные пункты? То есть также очередь 3 часа. Ну что, женщина, подвиньтесь, как это проходило? У нас, ну да, у нас был своеобразный блат, назовем так. То есть немецкие посольства в разных странах давали вербальные ноты, то есть через МИДы различных стран, о том, чтобы для нас обеспечили ускоренное прохождение границы. То есть все равно досмотр машины был. Сколько занимало примерно? Ну, могу так сказать. Вот на самом деле это рекорд, что мы прошли латышско-российскую границу за 35 минут.
Ого. Люди там стоят по часу в нейтральной территории, чтобы пройти этот погранрежим. А это время включено в рекорд или нет? Все время. То есть, смотрите, мы таймер включили в Дакаре. Понял, и выключили он в Москве. Он нон-стопом вот идет до тех пор, пока его не выключили в Москве. Так, хорошо, следующий вопрос. Слушай, который... а рекорд где-то зафиксирован? Да. Значит, нам выдан сертификат авторитетнейшей немецкой компании TÜV Nord. TÜV — это старейшая немецкая компания, которая занимается аудитом, сертификацией, а также техническим надзором и стандартизацией. То есть она разрабатывает стандарты. И как бы вот клеймо TÜV — это считается очень уважаемым. Почему не книга рекордов Гиннесса? Потому что книга рекордов Гиннесса не регистрирует подобные рекорды, считая их заведомо потенциально опасными, связанными с нарушениями правил. То есть, что такие рекорды побуждают нарушение правил дорожного движения. Mm-hmm. Поэтому есть различные книги рекордов России, есть книги рекордов Европы, но это, по сути говоря, то же самое, как что сходить в нотариус и зафиксировать свое какое-то вот это достижение. По сути, TÜV — это тоже своеобразный такой нотариус в данном случае. Mm-hmm. Но при этом это официальное подтверждение. То есть на старте, наше время старта было зафиксировано полицейским Дакара, дорожной полиции. Mm-hmm. В Москве наше финишное время было зафиксировано представителем посольства Германии в Москве, также двумя патрульными экипажами ДПС, а также сотрудниками МИДа Российской Федерации. Петь, а мне, кстати, интересно, из Европы... А вот интересно, извини, перебью, а в Москве ваше время фиксировалось где? Вот по пересечении МКАДа, то есть вы уже в Москве. Значит, смотрите, на трассе М9 Балтия есть знак Москва. Вот и вот ровно за ним. Вот, да, 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 и все фотографии, мы как раз... Вот она как раз, это данная фотография. Скромный такой знак, но, к сожалению, другого на той трассе просто нет. А ехать куда-то дальше до поста, например, ДПС, это не очень характерно. Здесь написано Москва, это все, тоже было важно. Все, то есть важно. Ты уже достиг Москвы, да, в данном случае. Надо было через Новую Москву заезжать, там подальше. Можно было, конечно, на Красную площадь и поехать, но боялись пробок тоже. Хотя формально мы на территории... Там можно, знаешь, прям нормально, не выпадаем из графика, идем с опережением, оп, все, встали где-нибудь там на въезде. То есть изначально расчет шел был на то, что мы проедем этот маршрут за 3 дня и 10 часов. То есть на 5 часов, почти на 6 часов, да, опередили, получается? Почти на 5, и причем почти 2 часа мы в нашем рекордном времени потеряли на паром. Паром опаздывал. Вот как раз-таки из Европы в Африку, да? То есть из Африки в Европу. Да, да. Дело в том, что на Гибралтаре поднялись волны, ну, из-за погодных условий было отменено паромное движение, переправа. Скопились большие очереди, и паромщикам, ну, они бы при всем желании не могли для нас эксклюзивно перевезти. Им нужно было сначала перевезти народ, а потом уже загрузить нас. Из-за этого мы потеряли 2 часа. Но капитан парома врубил газ на полную мощность ради нас. Это большой расход топлива. Там есть специальные такие, называются ferry jet. Это огромные паромы с 4 двигателями, которые летают с огромной скоростью по волнам этим. Но просто обычно они используют 70% своей тяги, а ради нас капитан пошел, да, и сказал. И повезло также тем, кто сидел на этом пароме. Они также добрались быстрее, чем обычно. Слушайте, а почему мы так быстро, русские? Петь, с какой скоростью шли? Средняя наша скорость на всем маршруте от Дакара до Москвы 103 километра в час. Это средняя скорость. Максимальная скорость, которую я бы зафиксировал по GPS, была в Германии, это 195 километров в час с горочки мы пошли. Но там же можно, да, на автобане? Там можно. Там можно. Слушай, но какие были, наверняка же были какие-то приключения по дороге, какие-то экстренные ситуации? Экстренных, ну, сама по себе была щекотливая ситуация. Вот я как раз когда говорил о тех странах, которые мы пересекали, это, конечно же, зона, демилитаризованная зона, контролируемая силами ООН и фронтом Полисарио. Это такой затянувшийся конфликт между жителями, эта народность называется Сахарави, по-моему, называется. Почти как грузинское вино. Вот. И Марокко. Это территория так называемой непризнанной республики Западная Сахара, которая претендует на независимость и отделение от Марокко. Этот конфликт заморожен с 1991 года. И что там случилось? Смотрите, как бы раньше это были испанские или французские колонии, часть Африки. Угу. Когда Испания ушла, значит, там народ, вот этот Сахарави, решил, ну, как бы отделиться. Начали же и другие страны отделяться. В общем, в итоге пошла резня и война со стороны Мавритании, Марокко и вот этого народа на территории Западной Сахары. Соответственно, Мавритания потом из этого конфликта ушла, осталась Марокко и вот Западная Сахара. У вас там что случилось, Петь?
Ну, само по себе пересечение этой зоны связано с тем, что там шаг влево, шаг вправо, и ты подрываешься на мине. То есть это грунтовая дорога, условно ты видишь колею, которая идет перед тобой, и шаг влево, шаг вправо чреват. Например, за 2 недели до нас там подорвался марокканский военный, и один сапог где-то его там торчал, остался только вот. То есть само по себе территория никем не контролируемая, и поэтому там может произойти все что угодно. И опять же, фронт Полисарио часто ошкуривает местных дальнобойщиков, которые идут из Марокко. Но вы прошли спокойно, мирно. Мы прошли спокойно, но когда мы были в Сенегале, мы узнали, что дальнобойщики перекрыли границу возле Марокко, поставив свои фуры елочкой. Почему? Их кто-то ошкурил вот в районе Полисарио. У них пропали, значит, их задержали там вот на этой вот ничейной территории. Угу. Это жара, это пекло. У них пропали продукты, консервы. Ну, просто вот то, что они везли с собой. Но вы как преодолели этот участок? И они сейчас заблокировали, вот. И, соответственно, каким-то чудом перед нашим проездом все расчистили, видимо, марокканские военные пришли туда и сказали: ребят, давайте по-быстрому расчищайте дорогу, иначе будет плохо всем, скажем. То есть там территория... То есть вам повезло в этом отношении? Нам повезло. Очень сильно. У нас были сложности с мавританской сначала границей, то есть вообще весь рекорд, это он сделан скорее вопреки. На чем, кстати? На Volkswagen Amarok с новым 3-литровым турбодизельным двигателем V6 мощностью 224 силы. То есть на данный момент это один из самых мощных, точнее, самый мощный официально продаваемый пикап на российском рынке. Это турбодизель 3 литра. Такой же двигатель похож на тот, что установлен в Туареге, например. На Audi такие моторы устанавливались. То есть достаточно известный, хорошо проверенный по своей конструкции мотор с хорошей отдачей, с хорошей тягой. Ну и, конечно, мы этой тягой активно пользовались. Спасибо большое, Петя, очень интересно рассказываешь, но время, к сожалению, неумолимо в данном случае, как и в вашем рекорде. Еще раз поздравляем тебя, Петр Спасибо Баканов, огромное. Наш большой товарищ, автожурналист и мировой рекордсмен был у нас в гостях. Спасибо, Петя. Спасибо, ребят, счастливо. Пока-пока. Да,